Всем привет! Вы на канале Мисс Вита. Сегодня будем открывать вот такой вот киндер-сюрприз Макси новогодний. Вот такой вот огромный со снеговиком, со снежинками. Уже Новый год близко, поэтому уже новогодние начались. И вот такой вот маленький киндер-сюрприз Фейрис, феи. С какого начнем, Вит? С большого? Ну давай, открывай. Макси? Его трудно открыть? Помочь? Давай. Помогу Виточке открыть. Киндер? Он такой огромный. Дальше сама? Ну давай. Разламывай шоколад. Посмотрим, что у нас тоже не удается. Помочь? О, вот так. Молодец. Так, и что же там у нас за капсула? Давай так, оп, открывай. Давай, сильно-сильно. Ух ты. Что, у нас тут попались карточки какие-то. Вкладыш. Это игра какая-то. Так. Ага. Ага, вот. Это карточки. Вот, их мочишь водичкой и можно клеить куда хочешь. Замечательный подарок. Вот, вот такие вот разные карточки. Такие новогодние, все красивые. А, здесь даже не мочи. Здесь, вот, некоторые наклейки. Здесь нарисовано, что наклейки. Вот. Вот это вот тоже наклейка. И вот наклейка. Все такие новогодние, красивые. Вот. Здесь еще, наверное, что-то и писать можно, рисовать. Такие вот разные. Ну, новогодние самые красивые. Сразу новогоднее настроение поднимается. Ну что, давай открывать наш маленький киндер? Да. Открывай наших фей. Посмотрим, что у нас там за фея нам попалась в этот раз, да? Всегда интересно открывать киндер, и всегда какие-то новые игрушки попадаются. Особенно, когда новые серии какие-то. В предвкушении, что же попалось. Итак, до шоколада мы добрались. Он полегче, да, открывается, чем большой? Оп, так. Нам попалась оранжевая капсула. Значит, игрушка коллекционная. Давай посмотрим, что у нас здесь. Фея какая-то. Так, желтый цветочек. Так, давай остальные части. Давай мы сразу достанем вкладыш. Так. Вот такая вот у нас фея красивая. Вся серия. Так. Давай соберем нашу фею. Крылышки, да? И в цветочек ее посадить. С этого цветочки сделать, да? Лепесточки наши. Красивый цветочек у нас сейчас будет для феи. Да, а это фея сама. Феи летают, да? У них крылышки. Вот такая вот у нас замечательная фея. Давайте посадим ее в цветочек. Вот.
Вот такая красотка у нас. С крылышками. В голубом платье. Прям как балерина. Ой! Держи. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Мисс Вита. Всем пока-пока! Hey, 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 hey.